Всем здравствуйте! Вы либо сами задумывались, либо слышали разговоры других людей о том, что пора валить из Рашки в какую-нибудь западную страну с высоким уровнем жизни. Сегодняшнее стихотворение о праздной и веселой жизни в эмиграции. Вот и подумайте, нужна ли вам такая жизнь? Иванов Георгий Владимирович. Рассказать обо всех мировых дураках, что судьбу человечества держат в руках. Рассказать обо всех мертвецах, подлецах, что уходят в историю в светлых венцах. Для чего тишина под Парижским мостом? И какое мне дело, что будет потом? А люди? Ну на что мне люди? Идет мужик, ведет быка, сидит торговка, ноги, груди, платочек, круглые бока. Природа? Вот она, природа. То дождь и холод, то жара, тоска. В любое время года, как дребезжанье комара. Конечно, есть и развлечения. Страх бедности, любви и мучения. Искусство, сладкий леденец. Самоубийство, наконец. Всем спасибо.